Друзья, всем привет! Вот он, уточок. Ну, новый селезень. И, друзья, по поводу имени. Больше всего имен было Скрудж. Ну, Скрудж Макдак. И, друзья, нам с Катей тоже нравится. И, ну, птица Скрудж, это был, вот так поближе, всем привет, это был утак, он был очень богатый, и мы думаем, пускай приносит нам богатство, и мы его назовем Скруджем, так что вот такой вот у нас теперь будет Скрудж. Спасибо всем большое, кто участвовал, кто предлагал имена. Так что такие вот дела. Вот. Гуси, друзья. Лебеди. Видите, уткам вчера подстелили. И гусям. Ну, гусей нужно уже опять вычищать. Уже, друзья, с понедельника сильные морозы. Поэтому мы убрали у них поилку, здесь убрали. Оставили только вот две поилки им. Я думаю, хватит. От жажды не умрут. Окупаться уже хватит. Уток тоже убрали, друзья. И они сразу начали заходить туда. То есть мы сделали... Ну, как получается? Отсюда воду убрали. Все, здесь пускай проветривается. Ну, здесь уже, можно сказать, проветрилось. И, ну, ходить уже спокойно я хожу вот в этих галошах своих, ну, которых хожу ежедневные мои. Сегодня, конечно, друзья, закат не такой красивый. Видите, все тучами затянуло. Вот солнышко там немножко пробивается, но никак. Еще если бы туч не было, еще бы, ну, светло было бы. А так уже все, как говорится. Уже и фонарики сами повключались. Они включаются сами, друзья. Вот он, видите, вот выше пальца выключатель день-ночь. Так что такие дела. Здесь у курей сутками... уже с сегодняшнего дня, друзья, вот этот цвет, ну, короче, три лампочки. Здесь три лампочки по 10 ватт, и они будут гореть, как мы только с утра сюда приходим, мы сразу включаем, они здесь горят, все равно здесь темно. И они горят здесь, пока мы отсюда не уйдем. Здесь выключается свет в самую последнюю очередь. Вот нахожусь я здесь до 11 часов, например, там кукурузу чищу или еще что-нибудь, здесь свет горит. Поэтому насчет светового дня у них тут можно вообще не переживать. Вот, поставили им воду. Правда, конечно, будет здесь болото. Но и эту воду, видите, они замазали. Это я только пришел, Кати еще нету. Сейчас Катя придет. Я сейчас такое свиньям понасыпаю там по мелочам. Вот, курочки сидят. Яйца, друзья, немножко... начали появляться. То, видать, я зря на них бочку гнал. То они этот. Видать, линька у них была. То ли еще что-нибудь. Гляньте. Курочка, здрасте, собрала тут собрание какое-то. И в основном все старые куры. Видать, молодые. А нет, вот молоденькая курочка. Ну, дайте поговорить. Вчера, друзья, и еще вспомнили с Катей, я, ну, вчера, сегодня и сейчас будем, обтираем еще козлов, Тихона и Дымка, сеном. А, вот, да, у него, вот, видите, кровавые, они бодаются, а то он ему лоб разбивает, я думал об стенку, а не до, друг об друга. Бодай. Ну, дымок уже такой архаровец становится красивый. И, друзья, даем вот этой
Ой, сейчас, а ну-ка, секундочку. Не включил свет. Вот так. Чик, есть. Все. Хочу вам показать, как я сюда прихожу, что здесь творится. Вот. Видите? Вот. Белка лежит, жует. Видите, это. Друзья, вчера проезжал мимо возле Сереги, ну, которому отдал Сережку. Спрашиваю у него, как ты его назвал. Говорит, так и есть Сережка. Ну, я вам его скоро покажу, друзья. Он такой именно настоящий Гогович. Да? Да? Катька, конечно, красотка. Гляньте, друзья. Вот. Надо почистить. Кушать еще им не давал. Сейчас буду давать. Понемножку дам им. Ну, эти, видите, не доели. И у всех нужно будет чистить. Вот таких архаровцев. Видите, что они тут творят? Воду. Вот они сколько выпили. Получается, осталось. Ну, если сейчас, допустим, покормить, то они все выпьют. Но вода сегодня есть. Вчера замерзла вечером. Ну, мы, я так немножечко разморозил. Так, а у этих сколько? А у этих? У этих вот вода, видите, палец мокрый. Вот так, эти вообще мало пьют. Да, колбаса? Ну, у них и суша, сразу заметнее, намного. Гляньте, как у этих мокро. В туалет они ходят. Вот, они вот там отдыхают, у них там сухо. А вот это вот все у них сырое. Ну, а этих, эти меньше воды пьют, не так сыро. О, слышите, кричат. Так, у этой воды тоже, друзья, практически выпила полную баклажку. Корыти. Ну, и у нее, видно, тут сырость тоже, вот она. Да. Ну, а этих, эти немного пьют. Да, ребятня. У этой тоже сухенько, она вот там спят. Эти все вот здесь спят. Но. А у рыжухи тут, конечно, малышня воду разливает. Но они все равно, друзья, видите, они чистенькие. Сейчас я быстренько немножечко почищу. И все будет хорошо у них. Печечка топится. Вон, они спят. Некоторые спят. Некоторые просят. Сейчас дам. Все, вы слышите, друзья? Вон они, гляньте. Все. Хотя время еще не позднее. Они еще не сильно голодные. Так, время. А ну-ка я вам покажу. Уже и Катя пришла. Поздоровайся, зать. Всем привет. Время, друзья, вы видите? 4:30 только. Уже орут все. У рыжухи водичка есть. Друзья, водичка чистая, не переживайте, все нормально. Все, видите? Разорались. Че вы разорались? Все, друзья, вот так я с ними. Я сюда иногда так захожу, они орут. Я тоже начинаю кричать. Они оп такие испугались сразу. В тишине. Вытяжка сегодня работает, друзья. Целый день. Ну, здесь в сарае тепло. Хорошо. На улице вон градусник поставили. 5 градусов на улице. Ну, не сильно. Сегодня не сильно холодно. Все, сейчас даю. Все, друзья, вот так вот вечером, утром приходишь, даже вот сейчас дать, уйти, уже я даже так, бывало, что-то забуду. Прихожу сюда, ну, через 10 минут буквально, они опять начинают орать, типа, дай еще, хотя не голодные. Но мы кормим, чтобы все понаедали, друзья. Им лишь бы орать.
Все, друзья, будем кормить. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока, друзья.